Оно-то мозгами, понимаешь, конечно, что, ну, старость, ну, что ты уже сделаешь. Ну, так жалко, на самом деле. Поэтому бегаю ее, терроризирую, говорю, не думай, бабу нас покинет. Пусть еще поживет, ну, почему нет, потихонечку. Вот, что я расстроена, у меня голова болит, ну, нервничаю. Еще один старичок. Кузьма-то уже забежал. Лежит. Тоже сегодня укололи. Ну, хоть бегать начал. А ты что по ночам бродишь, где-то ходишь? Рыка. Не выгоняйте, я тут буду сидеть. Ну, идем, Кузя. Заходим. О, Кузя тут встречают уже. Серега разбудила. Сейчас пойдем. Встал, одевается. Сейчас 12 ночи примерно. Начало первого. Сонный Серега. Набрал лекарство. Все, топаем к бабушке. С мамой Грей решил тоже пойти. А шо вы по ночам ходите? Я вот себя фонарик на голову. Думаю, что я в руках его ношу? Можно же на голову его пристегнуть. Так что мы топаем. Бабулька нам не дает поспать. А потом меня все спрашивают, что ты днем спишь? Потому что ночью вечно какая-то хрень происходит. И надо бегать кому-то вечно что-то проверять. Поэтому, блин, надо иногда днем передохнуть. Серега, вперед пропустим, нам будет дорогу светить. А то там всякие звери. Что ты, баба, скажи, ходят и ходят, спать мешают. Что, послушаем ее на всякий случай. Перистатика вроде у нее была. Ну, пыхтит, конечно, пыхтит, кряхтит. Писка тоже. Ну, что? Работает. Работает? Ну, слабенько, но есть. Леша, держи. Я вот тоже думаю, что ее надо поднимать, наверное. Надо было вилы взять, поправить. Опять чомбур. Может, я сбегаю за чомбуром? Иди. Потому что я тебе помогу. Давай, бабуль. Давай. Не хочет, видишь, вставать. А не хочет, блин, потому что хреновенько. Вот она как-то поворачивается на живот, ты не замечаешь? Ну, я вижу, она вроде смотрит на него. Давай, кольнем. Мне кажется, надо, да. Баралгинчику. Баралгин надо уколоть. Потому что она как-то вот, я уже... Ну, она не первый раз так делает. Какать она какала, вот, когда мы там были. 10 мы были. Ну, давай, наверное, пойдем наберем лекарства. А потом уже будем... И заодно там и грабли возьму, это поравнять. Все, опять мы возвращаемся за лекарствами.